В Минске бойцы наркоконтроля изъяли более 5 килограммов марихуаны. Сперва в Севастопольском парке задержали продавца и покупателя во время сделки, но позже оказалось, что сбытчик наркотика – только среднее звено в деле. Оперативникам удалось выйти, и на основного поставщика им оказался 38-летний неработающий минчанин. В его машине нашли 60 граммов зелья. Позже во время обыска милиция обнаружила целую лабораторию. В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля Первомайского РУВД города Минска на даче подозреваемого было обнаружено помещение для выращивания марихуаны. В ходе осмотра дома было обнаружено и изъято 5 килограммов 170 граммов высушенной марихуаны, система орошения и искусственного полива, измерители температуры и влажности воздуха, кулеры, лабораторное оборудование и другие вспомогательные предметы. В отношении двух продавцов и покупателя возбуждены уголовные дела. Ранее никто из фигурантов к уголовной ответственности не привлекался.